suffer, he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Last night these two bouncers and one room's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you, and there's no way you can say behind the go through to the bit where you pay, and you realise then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line, and you can swap jumpers and make another move. It's still in your brain, you've got something to prove to all the smirky faces and the boys in black. Why can't they be pleasant? Why can't they have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a dub. Well, secretly, I think he wants you all to kick off. He wants arms lying everywhere and balls as well. It's just something to talk about, a story to tell you. Всем привет! Мы в эфире? Вроде да. А, друзья, я сейчас впервые в такой обстановке. Так. Я убрал проблемы со звуком у нас. В общем, сейчас мы все разберем. Я сначала хочу убедиться, что у нас все нормально со звуком. Я не слышу громкость музыки, поэтому, ну, вроде как настроил. Еще мне очень интересно услышать от вас, как слышно меня, потому что микрофон находится дальше. Я заранее извиняюсь за качество вебки, в общем, наверное, качество могло бы быть и получше, хотя вроде как я вижу, вроде все видно. Сейчас я разберусь, как я буду читать комментарии, я попробую вывести на экран, правда, экран великовато. Да. Вот, значит, сегодня мы поговорим обо всем. Так, Иван, Роман, Сергей, всем привет, Кирилл, все, всех вижу. Что за именная кепочка, где такую взять? Привет, Юрец. Кепочку подарил отец, кепочка уникальная. Вот, правда, отец чуть-чуть ошибся с логотипом Егор Сим Рейсинг, вместо Егор Сим Рейсер. Я, собственно, в этой кепочке был на финале. Вот. Кепочка тащит. Вот, я не знаю, там, о мерче пока, наверное, рано говорить. Так, у меня... Если я выведу сейчас комментарии на телефон, то будет вообще все супер. Ладно, с этим разберемся. Итак, у нас сегодня будет анбоксинг. Это не будет обзор на руль, это не будет хвастовство, пижонство какое-то. Это я все выиграл. Я хочу поделиться эмоциями. Вот. И мы уже вообще-то начали. Так, с комментариями проблема. Качество что-то не очень. Да, Жень, у меня очень старая вебка, которая не выдает Full HD, только 720, но я думаю, в ближайшем времени тоже приобрету нормальную HD-шную веб-камеру. Собственно, чтобы вы понимали, за вашей спиной находится руль, кокпит и так далее. Да? Ну, я сейчас просто
краны все развернул, сделал что-то типа студии. Надеюсь, в дальнейшем, не знаю, час-два, не знаю, сколько мне это все будет успокоиваться, смотреть. У меня прям руки чешутся уже. Но к фанатеку. Это класс порта V2.5, педали V. Тут находится рулевая баранка, собственно, full комплект. Ну, коробки нет, коробку оставлю от Logitech. Давай распаковывай же, вот уже вы кому-то не зерпится, но я-то хитрая жопа, я начну с малого. Вот, потому что помимо фанатека, мы оставим на кульминацию, помимо фанатека есть еще призы от Porsche. И что-то еще было. Вот. И призы от LG. Собственно, сейчас мы будем доставать из пакетиков. Там есть всякое. Вот. Первое, что я хочу вам показать, это... Я вот, ну, буду вот так, наверное, показывать, да? Опять же, надеюсь, вебка увидит. Короче, друзья, теперь у меня есть сертификат, диплом, точнее, да, диплом. Награждается финалист Porsche eSport Championship Russia 2018 Егор Огородников. И подпись Porsche Russland, директор Porsche Russland. И от, ну, две подписи от Porsche и от Race.ru. Собственно, вот, ну, тут совсем плохо видно, извините. 3 ноября 2018, да. Это было в Gamer Stadium, это ТЦ Авиапарк на Ходынке в Москве. Да, я еще стараюсь не щеголять своим пахом перед вами. В Race.ru выиграл, да. Российское представительство Race.ru организовало у нас... Давайте вообще по порядку, да? Что собственно, сейчас происходит? Расскажу всем, чтобы расставить все точки над «и». Где-то полгода назад стартовал онлайн... Нет, он был не только онлайн. Стартовал чемпионат Porsche eSport Championship Russia. Суть этого чемпионата заключалась в отборочных этапах онлайн и офлайн. Онлайн вы могли видеть трансляции на канале, когда я на Porsche в Race.ru катался. А офлайн часть, также в финал можно было пройти из офлайн части, то есть не имея дома вообще компьютера, руля, ничего. Можно было приехать, например, на гонки Porsche, потому что это все завязано с Porsche, и есть, ну, серия кольцевых гонок для обладателей автомобилей Porsche. Они гоняют по мосту Raceway, по Мечкова. Собственно, там же проходил отбор в офлайн-части, стояли установки симуляторов, можно было сесть, прокатиться по мосту Raceway на каповском 911 Porsche. Если вы входите в топ-24, вы попадаете на гранд-финал. Мы, собственно, ездили и онлайн-часть. Вы также это все транслировались по Автоплюсу с комментариями Сергея Беднурука и Алексея Васильева. Вот. И также мы еще участвовали в офлайн-части, но это для нас было скорее как вкат. Привыкание к установкам, к экрану, к рулю, к фидбэку вообще, в общем, тоже старались подготовиться как можно лучше. Красава, Егор, спасибо, Евгений. После GTEC это офигеешь от фанатека. Да! Какой там нежный. Да, кстати, я на выставке Мосавтос. Короче, в Крокус Экспо проходила автомобильная выставка вот месяц или два месяца назад. Приходил туда, пробовал вот именно эти фанатеки на Race.ru, на тех установках. Вот прям очень понравилось. Горелся, это меня еще сильнее простимулировало готовиться и так далее. И да, еще кое-что. Сейчас мы это все распакуем, посмотрим, а потом, если останутся силы или время, поговорим о том, как вчера проходил гранд-финал. Очень много всего интересного. Вообще, это просто лютый день. Так что так. Вот, про
подводку продолжаю. По офлайн части мы также ехали на Москву РСВ, ехал я, Рома Попян, Александр Галахов, Алексей Азыркин, собственно, с четверо приехало. И там мы, вот, Рома и Саша прошли именно из офлайн части. Приехали на МРВ, просто покатались на, по тайм-атакам. И все, и пришли сразу на гранд-финал. И там мы заняли топ-3, точнее, я и Саша Галахов, и Иванов еще, Роман Иванов, заняли топ-3, и мы там уже выиграли сейчас. Ну, тут вам совсем, наверное, будет не видно, но, короче, это сертификат и доступ на... Короче, 3 часа покатушек на всех линейках Porsche современных по Москве своих. 3 часа продолжительность, 1 час это теория, ну там вот, брифинг и так далее, и 2 часа вам дают покататься на Москве своих. Это то, что мы получили вот, вот так вот. Просто пришли, проехались и, пожалуйста, вот эта карточка. А эта карточка, это круче. Это уже 6-часовой сертификат. Именно курсы спортивной езды, ну, как я понял. Это только на 911-х, это уже с инструктором. И вот уже не просто покататься на Porsche по трассе, да, а именно там, ну, как я понимаю, я опять же точно эту тему еще не изучал, ты только вчера это все закончилось, чего-то еще не знаю, но подозреваю, что там будут какие-то уже спортивные основы по прохождению на реальной машине по трассе. Вот. Я на самом деле еще не осознаю, насколько это все круто. Я и вот этому всему еще не верю. Вот. Но, знаете, мечта, походу, сбудется из гоночного кокпита пересесть за руль реального автомобиля и почувствовать вот эти перегрузки, апексы, ну вот, вот, вот это вот все, вы поняли. Так, давай открывай. Не-не-не-не-не, а вы еще подождите. Hello, Степан. Так. Народ расходится, но я не парюсь, я... Я для себя, для души это все делаю, но я хочу рассказать тем, кому интересно. Поэтому вот, я постараюсь. Я впервые вообще стримлю в таком формате, поэтому вы тоже меня простите. Но вот. И в итоге по этим 2 частям мы все приехали. Было 48 мест на финал. Мы все приехали, там уже была киберсцена, 16 игровых установок, трансляции, комментаторы, СМИ, телеканал Автоплюс, там всякие спортивные звезды, зрители. Спасибо всем тем, кто пришел меня поддержать, кстати, вот, вот огромное спасибо. Люди с плакатами приходили, прикиньте, это вообще просто улет был, чувствовал себя звездой. Вот, и были очень классные гонки, просто безумно классные гонки, особенно последние 2, но об этом мы позже поговорим, давайте уже, наверное, уже все-таки мы перейдем к распаковке, и начнем мы с LG, также спонсором был LG, потому что, ну, на всех 16 установках были мониторы от LG с, там, 21:9 было разрешение, ну, достаточно, где моя правая рука, секунду, разобрался. Так, у нас получается, мне вот так, просто, ну, чтобы понимать, ага. Ну, широкоформатный экран LG, 21:9, 144 Гц, вот на них мы весь день катались, и, собственно, один из мониторов достался в качестве приза, вот, одному из финалистов. Собственно, что у нас это уже есть. Все, мы переходим к анбоксам.
Баранка, Борис. Вот, кстати, Борис. Борис был там. Завидуйте Борису, потому что Борис там был. Так, у нас тут, ну, брендированный рюкзачок. Тут все понятно. Тут ничего прикольного. Возможно, непромокаемый, но ладно. С рюкзачком понятно. Так, это я так понял. Я сейчас, наверное, вскрывать не буду. Короче, похоже, это беспроводные наушники. Вот. Тоже от LG. Собственно. Так, чисто, ну. Прикольно вещичка. Я, кстати, ну, у меня у самого обычные проводные наушники. Многие друзья перешли на беспроводные. По Bluetooth, которые работают. Тоже попробую. Посмотрим. Ну, наушники вам, наверное, не интересно, поэтому. И если что, мы к ним позже вернемся. Так, давайте. И еще есть. Так, это Porsche. Ну все, от LG получается все. Рюкзак, наушники. Можно ходить с рюкзачком, слушать музыку. Уши беспроводные, да-да. Баранка. Я в фанатеках не разбираюсь, но баранка. Ну, самая стоковая, обычная. Там 15 кнопок мы насчитали. Это все, что я не знаю. Мы сегодня баранку придем. Давайте смотреть от Porsche. А, это тоже от LG. Вот. LG плюс LG, это я так понял. То ли термос, то ли просто. Там что-то есть. Инструкция. Да, это просто бутылочка. Забейте. Так, бутылочка. Теперь можно жить в бутылочке. Все, теперь пошло от Porsche. От Porsche тоже есть. Я так понял, что-то типа. Это у нас сумочка, рюкзачок. Ну, сумочка, да? На плечи. И да, вот в белой коробке баранка находится. Да. Это баранка. Собственно, недавно Porsche в этом году исполнилось 70 лет, поэтому приятно, что есть много вещей брендированных именно вот к этому событию. 70 лет Porsche, мне вот очень нравится вот этот логотип, они клеили его на многие свои модели. Автомобильные. Вот. Ну, тут. Кстати, большое спасибо Саше Галахову. Он тут, в комментариях. Вроде я его тут видел. В общем, Саша Галахов тоже выиграл призы от Porsche. Он вообще пришел, увидел, ну, и забрал подарки. Красавчик. Пришел как раз в офлайн-части. Дома почти что не готовился. Саша просто быстро и в реальности занимается автоспортом. Ну и вы его могли видеть у нас на стримах. Пришел, посмотрел точки торможения с моих стримов. И в гонке финальной забрался на третье место. Саша красава, молодец. Я очень за него рад. И вот для него вот эта карточка, она значит намного больше, чем для нас вот этот фанатек. Потому что, ну, Саша будет очень интересно и полезно. Галахов, подпишись в комментах, если ты тут, пожалуйста. И вот я почему про Галахова вспомнил, потому что вот он как-то предположил, что это для сменки, да? Наверное, это для... Я не знаю, что это, для чего. Короче, типа вот так, наверное. Да.
еще, смотрите, здесь еще кармашек. Так, короче, сумочка еще одна. Еще от Porsche есть такой, блин, забыл, как эти штуки называются, но, ну, типа, можно на одежду вешать, ну, с логотипом показывают. Еще от Porsche, вот это ж, вот это я не знаю, что такое, сейчас посмотрю. Sports Car, Gerzer, новый Cayenne. Видимо, моделька Cayenne, давайте откроем. А когда анбоксинг, нужно прям близко к камере подносить и открывать на камеру или нет? Я прошу, да. Скажите, пожалуйста. В сумке включается, было бы неплохо. Пахнет приятно. Коробочка очень классная, наматовая такая. Хочется ее рвать, поэтому извините. Но бить купить открытие, мне кажется, вот. Там прям вообще сейчас. Сейчас. А, нет, это тоже, короче, вообще здесь было написано Cayenne. Да, а в итоге у нас, вау, извините, какая клёвая бутылочка, она пустая. Ну, дизайн прям бомбезный. Да, или... Ну, короче, тоже термос. Да, вот это именно термос. Офигенский термос, кстати. Еще один термос, ребята, у меня два термоса теперь есть, огонь. Кстати, по поводу термоса, вот как раз мы когда с Галактовым, с Попяном, с Азыкиным были на МРВ, я пожалел, что... Нет, я взял с собой термос, но он был так себе. Короче, пацаны, берите термос, термос это круто. Особенно вот на такие мероприятия, когда, ну, на автоспортивные, да, когда холодно и... Нет, насчет термосов реально, ну, я теперь с ним пойду на следующей гонке. Серьезно, я так. Так, и есть еще вот такая классная вещь. Вот это уже точно моделька автомобиля. Такой серебряной коробочкой офигенской. Все в метро офигели, да. Так, у нас тут... Приготовьтесь. Я маленькая машиночка. И суть в чем? Она очень детальная. Это полностью железо. Это, ну, то ли она отлитая, либо это, как это? Ну, если не отливают, то на станке, типа, вырезать. Ну, я не разбираюсь. Короче, моделька где-то от 11-го. Это РС-ка? Это нет, это не РС-ка, потому что у РС-ки... Сейчас вам, чтобы свет был виден. У РС-ки, насколько я знаю, у них в двигатель по бокам еще... здесь воздухозаборники есть. А это она достаточно тяжелая. Да, FPS очень сильно. Вот. Но приятная вещь, очень красивая. Можно поставить на полочку. Вот. Это что касается модели. Так, с Porsche все. Блин, мы уже переходим к Porsche. Все. Я хотел как можно отложить этот момент. Да, мы переходим к рулю, друзья.
открой, покажи, будь человеком. Ладно, так же быть. Быть человеком мне. Сейчас я тогда... Все коробочки. Кучу. Да, и, собственно, самая главная вещь от Порше. 6 часов курс спортивной езды на Поршах, на 911 по МРВ, прям вообще угорю. Угорю. Я также выиграл Галаха. Галаха ждет, пока я получу водительские права. Но автошколу я уже закончил, поэтому надо просто сейчас подготовиться и сдать экзамен. Покупать не буду. Нет. Многие пишут, предлагают, я не буду. Собственно, два сертификата есть. На 3 часа и 6 часов. В итоге 9 часов у меня... А, еще маечку выбили, кстати. Эти же. Порше, вот почти. Чехольчик отдельный. Ладно, вам все это уже не так интересно. Ну что ж, сейчас я найду ножик. Хотя он, наверное, и не понадобится. Освобожу, наверное, место под коробки. Да? И... Анбоксинг сейчас у нас начинается. Прям то, ради чего мы тут все собрались. Это рулевая баранка сейчас будет. Признаюсь честно, вот ее я уже вскрывал. Меня на это Галахов подбил. Саша Галахов, я, собственно, что про Сашу начал рассказывать. Он тоже выиграл много чего от Порше. И столько всего у меня подарков было, что я туда своим ходом на метро пришел, приехал. А обратно с таким количеством подарков я просто не ушел. Банально не утащил бы все. И вот Рома Попян тоже помогал их нести. Спасибо за это большое. И Саша меня подвез, это было поздно уже достаточно. Саша подвез, мы зашли ко мне сюда, выпили чаю, я Саше показал свой кокпит, потусили. Вот. И, собственно, и Саша был очень, не терпелось хоть что-то посмотреть, пощупать. Я говорю, ну ладно, давайте повтихаря. Руль-то мы вскроем, но ладно, я честен, типа. Руль я уже видел, вот. Но я его упаковал обратно. Так, все. Это идет нафиг. Собственно, он в таком чехольчике. Сейчас мы это все достанем. Вот и мы приступаем уже к разборке паротека. Тэ-ра-та-тэн. Тут узел. Привет, Александр, спасибо. Пробивайся в реальный автоспорт. Не знаю. Занял бы первое место. Да. По поводу финала вот отдельно еще поговорим. Это были все шансы приехать на первое место. Я просто засал. Я вот очень сильно. Я же, мать его, очень типа правильный пилот, очень аккуратный и обгонять боюсь. Ну как боюсь? Ну, короче, iRacing приучил к тому, что если ты обсирай... Ладно, давайте. Та-та-та-та-та. Вот он, фанатек. Ну, чехольчик. Фигня, да? Значит, давайте, наверное, вот так, да? Очень классные лепестки у него. Мне в первую очередь очень классные лепестки. Просто послушайте. Ну это же кайф, ребята. Вы теперь будете слышать вот это вот. Ну ладно, на G25 лепестки так себе. Тут 15 кнопок. Здесь есть джойстик. Тоже круто. Большая баранка, вот Кирилл прав, она намного шире логитековской. Кто-то говорит, что это будет мешать, кто-то наоборот говорит, что это
будет имба. Тут есть, собственно, Quick Change. Я не знаю, как он хорошо работает. Я вообще, ну... Я не смогу объяснить, как именно эта хрень работает, потому что... Не знаю. По какому принципу все меняется. Тут, я как понял, это... Ну, не как на автоспорте, ну, в реальных машинах, типа, ты сюда на себя двигаешь, и руль снимается, или наоборот, все так и выглядит, не знаю. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. Да, есть еще такая штука. Я по фоткам посмотрел, вроде тут дисплейчик. Вроде тут скорость должна показываться. Если кто-то знает тоже, расскажите, пожалуйста. Собственно, вот. Если еще какие-то вопросы по нему есть, спрашивайте, задавайте. Да, еще что важно. Мы из коробки не все достали. Ладно, я их, короче, вскрывать не буду, но вы можете вот эти кнопочки снять, да, и поставить свои, например, ну, настроить, вот тут есть, например, свет, я не знаю, вид, настройка турбо, клаксон, настройка положения в кокпите, коробка, дворники, 1, 2, 3, 4, плюс-минус, ну, в общем, круто. Ну, кстати, забавно, что вот здесь пустой. Может, они какие-то выпали, но нет. Короче, Фанатек, не знаю, то ли у них фантазии не хватило больше кнопок добавить, то ли еще что-то. Есть у них система Quick Release, но как на реальных автомобилях, но ее надо покупать за бешеные деньги. Спасибо, Ркабу. Вот. На элитах хомут под шестигранник. Сонечка, свяжись, если нужна консультация. Я найду людей, помимо Сонечки, честно. Я справлюсь. Спасибо. Так, в общем, ну, с рулем вопросов вроде по рулю нет, да? Все. Так, руль. Понятно. Сертификат мы тоже уже посмотрели. Как на стеночку повешу, будет так. Педали. Собственно, их две. Поэтому мы, кстати, собираем на третью педаль. Педаль с тензодатчиком. От Фанатека. Для чего? Сейчас. Для того, чтобы... Так, это получается педаль газа, это педаль тормоза. Педаль тормоза я смещу вправо, назначу на сцепление, а ту педаль, которую я приобрету, поставлю на тормоз. И будет у нас три педали, потому что на V27 я привык... Короче, мне нужна сцепа, мне прям нужна сцепа. Сцепление, без сцепления вообще как-то так себе едет. Так, все. Что за педали, мы поняли. Да, еще что важно. Я не спец в Фанатеках, потому что я же его не купил. Да, я не шарил форумы, не читал про них ничего. Я просто, ну, пришел, увидел. Дал Фанатек. Поэтому я многих вещей не знаю. Мы, наверное, не будем эту всю бумажки все эти смотреть. Или будем.
Да, кстати, вот здесь инструкция по замене педалей, да, то есть как их снимать. То есть педали можно снимать, двигать туда-сюда, регулировать, это круто. Вот. Это вот, опять же, да, сам педальная подставка. Я уже первый косяк нашел. Я не знаю, это правильно или нет, но почему она так болтается? Я не знаю. Короче, тут резиночка какая-то непонятная, которая идет сюда. Да, я понимаю, то, что качество не очень. Будь осторожен при складывании педали, там проводки тонкие. Спасибо большое, Женя. Большое спасибо. Вообще, ну, буду с вами всеми консультироваться. Тут еще вот мозги педальные, да? И такая площадочка, очень приятный материал. То есть вы видите, можете увидеть. Нет, вы не можете увидеть, потому что качество вебки не позволяет, собственно, логотип Fanatec. Это, я так понимаю, это все будет вот так, да? И... Смотри, солнечко, хорошо. Не, сончик я сам. О, ну здесь вам это, наверное, надо видеть. Проводок сетевой. Ну, мини-патчкорды. Куда ты хочешь? Собственно, вот так это все укомплектовано. Ну и болтики крепеж. Ух ты, они даже в комплект положили некоторый набор инструментов. Но они, конечно же, не брендированы уже. Было бы прикольно иметь гаечный ключ с надписью Fanatec. Тут какая-то китайская фигня. Ладно, ставим обратно на место. Ну и, я не знаю, педаль тормоза, наверное, достанем, распакуем. Только посмотрим и уберем обратно. Вроде это педаль тормоза. Или нет, это педаль газа. Нет, это педаль газ. Хрень, которую в боку вкладут. Вот те самые, я так понимаю, это вот те самые тонкие проводочки, которые легко повредить у педали. Ну вот. Пружина, да? И, ну, мне кажется, ход короткий. Ну, тут, конечно, надо ногами нажимать, да, но, может быть, можно подстроить как-то. Ну, и там обычный внутри... Сейчас. Ну, там, короче, внутри потенциометр. Резиновая накладка на педаль. Сейчас я, мне самому интересно посмотреть. У нас музыка играет? Да, вроде играет. Тоже такой же материал, как и сам блок. Да, я понял. Это, короче.
это похоже вот так, типа только как крепится. Ну а, все, понял, как крепится. И болтами закручивается. Вот так. Вот, то есть. И. Можно нажимать. Так. Это была педаль газа. Так, тогда еще давайте тормоза посмотрим. Она же другая. Вот там очень легко пережать провод. Спасибо большое сразу за совет, друзья. Огромное спасибо. Ну а те, кто смотрит, имейте в виду. Вот что это за хрень светлая, я не понимаю. А, ну это такая же педаль. Только... Понятно. Вот эта педаль тормоза, здесь у нее, ну, деформируемая накладка есть, которая имитирует давление в тормозной системе. Ну, как раз аналог, как с прогрессирующей пружиной на D25 у меня была. Это, на самом деле, очень хорошая тема, потому что... Опять же, вчера на финале были самые обычные пружины, по которым было очень сложно ориентироваться, насколько, ну, где именно пределы тормозов. Наверное, поближе. И вот, собственно, вот там тоже есть, ну, обычная пружина, а эта хрень, она, ну, чем дальше вы давите, тем сложнее происходит. Тормоз с ботами, в смысле. Ну, блин, на самом деле, так ненадежно выглядит, потому что такое ощущение, то что со временем она, ну, продавится вниз куда и все, станет твердой, как типа сжатый какой-то поролон и все. Не знаю, и если есть кто-то в комментах, кто имел с этими педалями дело? Скажите, пожалуйста, ну, живет ли этот этот демпфер, да, это вот так можно делать долго или нет? Она резиновая, что ли, не знаю, с какого материала. Ну, так, привет, Олег, спасибо. Г29 стала, я не знаю, как на Г29. Может быть, так же. Собственно, все. Педалей больше ничего нет. Мы это можем делать. Так, ну и у нас тут еще какая-то коробка непонятная. Тяжелая, зараза. Самое интересное. Ну давайте приступим к ней. Самая сладкая, да. А, кстати, по поводу того, я же эту педаль хочу сделать сцеплением. И вот вам вопрос, я могу эту штуку убрать? Почему? Мы сейчас собираем на педаль, там ссылка в описании, что я хочу купить себе. Какую педаль тормоза я хочу себе купить? Там правильная педаль тормоза будет. И, соответственно, эту педаль тормоза надо будет переделать под сцепление. Правильно ли будет вот эту хрень просто, ну, срезать, или не знаю, или она на клей просто приклеить? Ну, ее потом задействовать под сцепление, и все. Норм. Вынимается белая фигня. Огонь вообще супер. Вот так вот. Баранку, видимо, Дим, специально для себя. Бараночка. Мне просто надо время потянуть перед тем, как это вскрывать.
это реклама. Нет. Быстрая инструкция. Краткая инструкция. Блин, они даже ее в пакет завернули. На первое время пойдет, да. Это, короче, моды, которые можно купить в фанатеку, супер дорогущие. Не знаю, может, донаты будут на это все собирать. Может быть, обойдусь без этого. Короче, бумажка как бумажка. Тут, кстати, вот эта штука уже поинтереснее выглядит. Это я так понимаю. Вот это они молодцы, короче. Обратите внимание, тут сразу есть схема. Как я понял, как можно сверлить дырки на стол или типа размечать для крепления болтами. Вот это мне очень не хватало, когда я свой B25 крепил к кокпиту, который подарил мне Дима Третьяков. Спасибо ему за это. Вот. А это вообще не получилось. Просто бумажку приложил, пометил, просверлил. Пожалуйста. Но это их тут две. Вторая, я так понял. Короче, у фанатеков есть еще подставка под базу. Для того, чтобы угол базы был, ну, типа другой. Не знаю, зачем. Ну, кому-то, может, и нужен. Так, и... провод. Еще провод. Педали тормоза, которые ты собираешь, там будет в комплекте идти отбойничек черный, который можно поставить на сцепу. Как на газе огонь. Спасибо, Виктор. Блин, я до сих пор не верю вот по всему этому. Разбудите меня кто-нибудь. С проводом будет морока. Дим, ну я с тобой потом еще свяжусь. Тоже попрошу помощи. Может быть, сразу от какого-то геморроя избавишь. Короче, провод показываю, потому что он прикольный. Он такой оплетки. USB, а тут не помню, как это называется. Чё вам провод показывает? Сдурел, что ли? Какая-то резиновая штучка. Вот. Это просто резиновое колечко. Не знаю для чего. Еще провод. Это, наверное, для модов. Еще провод. Еще болтики. Еще один провод. Так, это еще не все. А, ты теперь понимаешь, что у тебя нет права на проигрыш с таким рулем, только подиум, только победа, блин. Вайб. Понимаю, но, наверное, первые недели 2-3 или, может быть, первый месяц. Сразу предупреждаю, я поеду очень медленно. Не надо к этому всему привыкать, адаптироваться. О, привет, Алдис! Алдис, привет! Так, здесь у нас блок питания, я так понял. Фига он огромный. Он очень большой. Видимо, потому что это говорит, наверное, о том, что в базе очень мощный... базе очень мощный моторчик. Да, ну, собственно, вот вы видите, насколько он большой, да? Ну и мы переходим к кульминации этого стрима. Да, блок здоровенный. А VDS Sim Racing, я так понимаю, Дима, у тебя тоже, ты недавно купил Fanatec. Это я точно помню, что ты Fanatec купил. У тебя, если
Я правильно понял, у тебя тоже в 2.5, да? Так. Ну, давайте начнем тогда. Чё отсюда ещё можно достать? Ух! Вот она. Пахнет как... Ребята... Мешочек с добром такой. Поздравляю, спасибо, всем спасибо. Я счастлив, как вообще никто, ребята, это... Я к этому шел полгода, я не верил до самого последней секунды, что я его заберу. Потому что в финальной гонке я приехал вторым, а еще один президент на Фанатек вылетел из гонки, он разбился. А я этого не знал. И не знал до награждения. И на награждении говорят, 3-е место, Егор Гронников. Я такой, что? Я такой, это вообще, ребят. Симрейсинг это круто. И вот. Не гоняйтесь только дома. Вот, кто в Москве живет, это же. Это круто. И вы говорите, не надо думать, что много времени на это нужно. Галаха просто без подготовки пришел. Увидел и забрал сертификат на Porsche. Сколько гоняешь симуляторы? В феврале будет 2 года ровно. 23 февраля в 2016 году я приобрел себе Driving Force GT за 3000 рублей и понеслась. Так, ну что ж. Ух! Ух! Ну давайте, ладно, давайте. Вот. Прозрачная. Сейчас мы все пленочки сдерем. Не переживайте. Офигеть, у меня Фанатек, офигеть. Ух! Такая красная кнопочка, старт, клёвая. Вау. Просто вау. Ой, она тяжёлая. Это трофей. Верно. Ну что ж. Кстати, вот подставка, да, она уже тут есть. Давайте поближе к вам сяду. Только... Собственно, первая пленочка. Ну ладно, это так. Бумажечка. И вот еще одна пленочка. Все, короче, там есть. Я сорян за качество изображения. Дайте мне насмотреться. Вот, кнопочка старт. Это же круто. Это кнопочки на базе торчат. Я, кстати, не знаю, что это торчит вообще. Хороший вопрос. Вопрос к знатокам. Что это такое? Это болты.
но они все в таких местах, это не просто для снятия крышки. На базе винты для чего? Это и с креплением для стола. Не, вот крепление для стола, вот он. Ну, все, это все, что есть. Вот, собственно. И она тяжелая. Там инструкция написана. Буду изучать инструкцию. А сколько там градусов? 900 или 1800? Сколько там? Давайте баранку нацепим, пацаны. Так, я перестарался, секунду. Так, а я справлюсь? 900, спасибо. Дим, как ты? Как ты? В центре что-то странное. Что за хрень в центре? Там центровка автоматически идет, это почему так? Вот непонятно. То есть, ну, ты его вращаешь, он так, оп, в центре. Сложнее сдвинуть туда, чем еще. Там невозможно управление сделать всего. Просто надеваю, можно. Просто суй, прям как папа учил. Все? Она одета? Ух. Здорово. Да, вот, когда центр руль проходит, там вот есть такое, ну как упор небольшой, то есть он вот, вот он в центре будет останавливаться. Не знаю, что-то вот для чего это сделал. Там хомут на креплении. А, и болтом, короче, надо фиксировать, да, я правильно понял? Да. Фух. Дайте водичку. Так, водичку подальше. Чтобы не залить. Так, ну и собственно блок, да, и, ну, типа педальки. Как перемотать вперед? А чего надо впереди? Что там будет впереди? Ну и нифига. Кавалер. Типа хомут затянуть смог без него все ок. Так, а как ветер снять, интересно? А как снимается? Эй! Как снять?
Непонятно. Вообще непонятно. И вот ты типа такой. Типа такой едешь. Но она здоровая, конечно. Фонтек, у меня фонтек. Ты катал на Г-25, верно, да. Да-да-да, спасибо. Да. Она туго садится. Короче, снять, ну, просто больше усилий нужно было, да. Ну и, наверное... Наверное, сейчас у нас остается сколько времени? Да. У нас остается время на то, чтобы поговорить о том, что вчера было. Да, я думаю, да. Сейчас я расположусь на диванчике. И я включу комменты, наверное. Да? На телефоне. Как-то это можно сделать. И мы поговорим о том, как, собственно, я выиграл этот руль. Это будет эпичная история. 82 зрителя. Вау, ребят. Всем большой респект. У нас получилось. Да, я вижу комменты. Можно пообщаться в Дискорде, собрать компашку. Да, кстати. Вот. Я вообще не понимаю, почему мы не собираемся в Дискорде, который ссылка в описании. Дискорд для любителя айрейсинга. Можно сидеть, болтать там. Так что, опять же, да, давайте договоримся. После этого стрима все завалимся в Дискорд, кто хочет. Обменяемся впечатлениями, мнениями, вопросами и так далее. Но как бы в основном я расскажу, что было на стриме. Как я выиграл этот руль. Только я не знаю, мне наверное, нужно сходить курить или нет. Наверное, нужно перевести дух, отдохнуть от речи, потому что долго говорить. Короче, счастлив как слон. Доволен как слон. Теперь мы будем гонять на фанатаки. Вот почему я не собирал на... Я не собирал донаты на руль. Вот почему я не копил. Ну, не было сбора средств на руль. Потому что я знал, что будет фанатек. Более того... Короче, мне предложили... Где-то 2 недели назад... Один подписчик мне предложил Т-500 в подарок. Вот. Если он тут, он может подписаться, но я на всякий случай не буду его раскрывать. Предложил мне Трассмастер Т-500, типа, давайте просто подарю. Там, конечно, бэушный он был, да, но все равно это лучше, чем Г-25. Я говорю, спасибо большое, но давай дождемся финала, потому что вдруг я выиграю этого Трассмастера. Его, потому что, ну, тогда мне Трассмастер будет не нужен. И вот. Трассмастер остается у подписчика. Наконец я что-то выиграл. И вот, у меня получается вложение в симрейсинг. Это 3000 рублей и, там, не знаю, 500 рублей в стиме нас этот курс. Все. 3000 рублей на руль ДФГТ. Если хотите, я сейчас могу его достать, показать. ДФГТ, кстати, сравнить. Не, я сделаю это, подожди, я это сделаю, ну-ка, секунду. Вот он.
Сейчас. Мы вот так вот раньше ездили. Кстати, если бивер тут, то он должен заценить. Бивер, ты тут? Бивер, я уверен, скучал по этому звуку. Бивер один из самых старых подписчиков. Самый уважаемый подписчик. Это Бивер. Вот. Так что, кто помнит этот ролик, кстати, пишите. Мне интересно. Это он уже где-то, я не знаю, где-то год назад. Я не помню, когда Юра подарил мне Г25. Подписался 16-м. Фига. До этого я не знал. Прикольно. Во, Бивер. Стоишь, что ДРГТ и круче. Вот он. Вот. А Бивер понимает, короче. Ну и, собственно, и... Теперь это, да? Вообще тишина. Все. Так что вот, вот с этого руля все начиналось. Вот 3000 рублей, и я уже выигрывал гонки на Porsche Cup. Кстати, тоже я вот первый серьезный чемпионат, ну как, точнее первый чемпионат, в котором я понял, что я чего-то домогу, я чего-то достою, это когда я пришел на АСРЦ портал. Там был чемпионат тоже на тех же самых Porsche 911 Cup. Ровно те же машины, на которых я выиграл этот руль, чуваки. Это просто, ну... И там я впервые, ну, сделал свои первые победы. Первую победу именно я оформил именно на том чемпионате, именно вот, ну, на этом руле. Курьезность всей ситуации в том, что на последнем этапе я шел на первое место по очкам, мне нужно было приехать буквально, там, не знаю, в топ-3, просто или в топ-4. Но у меня на последнем круге крашится Корса. Ну, реально, нет. На выходе из последнего поворота, на предпоследнем круге. Ну, короче, вот осталось еще чуть-чуть пройти, и все, и чемпионский титул у меня. Но нет, у меня крашится Корса, и все. И если, ну, кто-то может помнить, когда у меня были проблемы. Почему я, собственно, раньше в Корсу не катал? Потому что она крашилась постоянно. И меня это вот после этого я все, я вот прям с ней совсем распрощался, так обиделся. Но я в итоге на третье место в чемпионате пришел, однако. Вот, и. Ну. Вот. Привет, Сергей, спасибо, спасибо. Сложно было, было потно. Было здорово, Дэн. Спасибо, спасибо, всем спасибо. Вот, но самый главный тут это вот Lyric Sim Racing, Кирилл Антон тоже ведет свой канал на Ютубе. Можете зайти на него подписаться, он тоже начинает свою деятельность на Ютубе. Он, собственно, вчера занял первые места в общих зачетах. И именно вот, вот этого черта я не смог обогнать в гонках. При том, то, что, ну как, мог, но не смог. Я был намного быстрее, но... Об этом мы сейчас, давайте, мы отдельно сейчас поговорим. Да. Ну, наверное, я сейчас пойду... Оставлю вас с фанатеком. Буквально перекурю, и мы перейдем ко второй части этого стрима. От анбоксинга мы перейдем к... Тут такая куча, вы видели. Мы перейдем к... воспоминаниям самых ярких моментов вчерашнего дня, вчерашнего гранд-финала. Все, сейчас вас покину и вернусь. 2 минуты. Yeah.
Что, я тут? Сейчас, мне бы тут расположиться поудобнее. Собственно, сейчас я открою чат. 60 человек на стриме. И будем общаться, а потом расскажу о том, что сейчас, что вчера было на гранд-финале. А затем предлагаю собраться в Дискорде и еще раз все это обсудить. Как обгонял, как подрезал. Я за всю гонку совершил только один... Точнее, за три гонки я совершил только один обход. Это было после того, когда... Короче, ладно, давай сейчас по порядку. Надеюсь, мой носок не будет нас мучать. В общем, вчера, в субботу, с 11 часов начиналась открытая практика. Пилоты приходили, заходили, ну, там как, там ты подходишь к терминалу, выбираешь себе, ну, регистрируешься на практику, выбираешь себе трассу, на которой ты будешь участвовать. По-моему, трасс. Всего было 4 трассы, и, ну, давайте еще я... Я просто, ну, не знаю, с чего начать. Короче, гранд-финал. Он состоял из 4 заездов. Один это тайм-атак, потому что было 48 финалистов, 48 мест. Извините, там много пишет, я смотрю. Где такую кепку нарыть? Кепка отец мне подарил, она уникальная. Больше таких нет. А мерчи не думал пока, не знаю. Не думал то, что будет спрос. Кепку, кстати, можно будет разыграть потом. Когда я себе другую сделал, потому что здесь написано Егор Симрейсинг. Канал Егор Симрейсер. В какой игре посоветуешь набивать скилл? Вайп. Ассета Корса Компетизионе выходит через месяц, она сейчас стоит около 500 рублей, если я не ошибаюсь. Купай ее и участвуй, это будет типа iRacing, только с хорошим онлайном, с рейтингами и так далее, там будет не просто фан. Короче, Ассета Корса, я начинал с Ассета Корса первый, можно Ассета Корса Компетизионе. Сейчас мы говорим о гранд-финале. Он состоял из 4 заездов. Первый это тайм-атак. Было 48 финалистов. Нужно было отобрать 32 финалиста, потому что дальше эти 32 финалиста делились по 16, ну, на 2 группы по 16 человек. И было, получается, полуфинальные гонки, исходя из которых по 8 лучших пилотов отбирались в гранд-финал. И, получается, в гранд-финале должны были ехать 16 самых быстрых пилотов, по итогу которой, вот по итогу этой гонки разыгрывались призы от Porsche. Только призы от Porsche. Porsche разыгрывали сертификаты 6-часовые на курсы спортивной езды на 911 по Moscow Raceway. Там с инструктором, со скоростным прохождением поворотов. Короче, вот такая тема. А Fanatec разыгрывался по итогам чемпионата, именно вот по очковым зонам. Тех очков, которые мы набирали в онлайн-части чемпионата, те гонки, которые вы могли видеть по телеканалу Автоплюс, которые вы могли видеть у меня на канале, на Поршах, вот на этих Поршах, от которых я плевался, дрожал, мы вот со Зыркиным участвовали, мы просто молились на 3 ноября, когда же это все закончится, чтобы выйти из этого рейс-рума нахрен, просто забыть о нем, потому что
Там настолько отвратительная физика, настолько отвратительная борьба, настолько отвратительное управление этим Porsche. Вообще сам этот Porsche самый отвратительный в этой игре. Вообще за все, что я, чем я управлял в своей жизни когда-либо. Это адский ад. Это ужасно. Поэтому и меня бесили эти гонки, потому что я ехал почти что в темпе лидеров дома, в основной части. Но какие-то вот дебильные, маленький толчочек, он же за задний моторный, зараза, маленький толчок, и все, тебя выносит, разворачивает, спинит, и до свидос. Вот финальной гонки по Кайме. На поребрик просто заехал, не до конца отпустил педаль газа, машина заспинилась, все, прощай очки. Короче, с этими очками, с 10% от этих очков, мы, которые рассчитывали на фанатеке, мы приехали на гранд-финал. На тот момент было... я был на 4-й позиции. Сейчас я чат пока не читаю. Я буду периодически в него заглядывать, но пока слушайте. Я был на 4-й позиции по очкам. Первым был... запоминайте, это важно. Первым был Роман Иванов, вторым был Алексей Азыркин, третьим Кирилл Антонов, Лириксон Рейсинг, и четвертый я. Потом мы пришли, отобрались по тайм-атаку, разделились на группы, вот это важно. Я попал в группу смерти. Почему? Деление на группу, по группам было, исходя из, там, из тайм-атак. Я занял третье время на тайм-атаке. Да, было 4 трассы, 4 заезда, 4 трассы, и каждый заезд был на разной трассе. Трассы определялись жеребьевкой, но они изначально были известны. Это был Нюрбургринг, это было СПА, это был Moscow Raceway и Хокенхайм. Я их перечислил в том порядке, в котором я участвовал. То есть тайм-атак, именно отборочная стадия финального заезда, была на Нюрбургринге. Там я занял... Сначала я был на втором месте, мне 85 тысяч не хватало до Иванова. А затем меня на 12 тысячных обогнал Азыркин. И у нас, получается, топ-3 было меньше, чем в 1/10. Кирилл там слил серьезно, он вообще там был пятым, а четвертым оказался Александр Белаков. И, соответственно, каждые четные позиции, точнее, каждые нечетные позиции шли в одну группу, и каждые четные позиции шли в другую группу. И так получилось, что я попал в группу с Ивановым, Антоновым, ну и все, да, и я был. И больше я там ни с кем не боролся. А Азыркин попал в группу с Галаховым. И все, а Галахов — это тот чувак, который просто, он просто пришел без подготовки дома, без ничего, просто посмотрел записи моих стримов, посмотрел точки торможения, такой, тут понятно, все, поехали на финал. Приехал на финал, и вот уже начал рвать всем, поэтому вот Галахову респект, надеюсь, он тут. Саша, отпишись. Вот, и получается, Азыркин в двух гонках по полуфинальной стадии просто собирал очки, просто приезжал на первые места постоянно. Ну, две гонки он провел. Это были гонки на Spa-Francorchamps и на Moscow Raceway. Если я не ошибаюсь, да, ну, вроде я не ошибаюсь, да, Леха и там победил. То есть он заработал себе, ну, потом он в итоге заработал 100 очков, да, но эти 100 очков поделили на 2, короче, он еще 50 очков себе заработал. Вот. А в нашей же группе в первой гонке на СПА победил Антонов. Вторым приехал Иванов. Третьим я. И вот это первая моя гонка на СПА, которая, ну, для меня первая гонка на гранд-финале была. Там был такой интересный момент. На старте Кирилл стартовал вторым вроде, в Лесурсе по внешке сразу обогнал, вошел в Красную воду первым, и из-за того, что в Лесурсе Кирилл атаковал Иванова, там и я подсуетился. То есть Иванов медленнее вышел из Лесурса, у меня была большая скорость выхода, я пошел тувайдом. Мы спускались в Красную воду,
Я был, получается, мы входим в Красную Воду, я был слева, Иванов был справа. Мне там не было времени думать, серьезно. Я знал то, что ну, в Красной Воде, в Туайдом опасно входить, но я доверился ну, типа своим ощущениям или инстинктам, которые все в основном у меня из-за айрейсинга. А в айрейсинге пилоты аккуратные. Ну, кто-то может с этим не согласиться. Но, тем не менее, как бы было в айрейсинге, тот пилот, который справа, он бы уступил, чтобы не проходить тулайдом, и вышли бы оба нормально и гнались бы уже в слипстриме, там со слипстримами гнались бы за лидером. Как поступил Иванов на финале? Он полез, ну точнее полез там я, потому что я проводил атаку, но я достаточно рано поравнялся, мы почти что всю прямую на спуске ехали вдвоем. И вот вдвоем мы вошли в этот поворот, уже только начался подъем. Иванов, ну, чтобы оставить мини-место, чтобы там не выбить, он берет чуть больше правее, наскакивает на поребрик, с этого поребрика соскакивает, отлавливает машину, ударяет в меня, и получается, мы с ним вдвоем на Уруш уже летим на срезку. Вот слева этот стена-барьер, и вот этот вот апекс мы вот... На него летим, Иванов замедляется там, я очень сильно ударяю по тормозам, чтобы его не поддеть, он дальше улетает вперед, я нагоняю, и сзади меня проходит большая толпа. Собственно, я потерял, я не помню, сколько мест я там потерял, но машин 6 меня точно обогнало, то есть там они все нормально прошли, ну быстрее нас намного прошли Красную Воду, вот мы из-за этого толчка замедлились. И получается, ну они там тоже, у них там жесть была. Там, после Кемеля в следующих поворотах я там несколько позиций еще отыграл. И все, и получается, передо мной появился Тигюль, тоже есть такой пилот. И пока я пытался пройти Тигюля, Тигюль меня сливал где-то 2-3 десятки с круга, то есть он не сильно медленнее был. То есть, ну, мне потребовалось реально время, чтобы его пройти, особенно с атаками, вот это все. Мы там в темпе теряли. Кирилл там вообще улетел далеко уже. Антонов, Иванов тоже там сначала 2 секунды было, потом 3. И вот я Тигюля только прошел. Кстати, ну, все-таки я прошел Тигюля, а Иванов уже был, ну, там, от меня где-то в 4 секундах. И дальше мы примерно в этом темпе ехали до финиша. Собственно, так я приехал третьим в первой гонке. Ну, про гонки мы еще вернемся, я вам перескажу все остальные гонки, а вообще, что было на самом гранд-финале. Ну, какие интересные вещи, то есть, например, трансляции были, то есть мы сидели за установками, а перед нами вот огромные экраны, и, кстати, интересный момент такой, что мы все едем от капота, ну, потому что там с этими мониторами, с этой посадкой, удобнее реально вот именно камеру на капот настраивать. Не из кокпита ехать, а от капота. Но организаторы не назначили кнопок обзора вправо, влево. И ты вообще не понимаешь, что вокруг машины происходит. То есть, вот, например, когда мы с Ивановым спускались в Красную Воду, я как бы понял, что он где-то справа, но я не понимал, он там, ну вот он в базе, там полбазы, и ровно мы тувайдом идем. И, например, когда я полез его обгонять, я такой, типа, блин, где он? На экран смотрю, там нас показывают, я такой, ага, примерно, короче, он со мной, типа, колесо в колесо едет, окей, понятно, типа, должен наступить, плюс у меня еще скорость выше была, я такой, типа, полез, это все авария, контакт, ну, не авария, но позиции были потеряны, в итоге там третье место, вот, то есть все это дело комментировал Бедной Рух, Алексей Васильев также и судьи были, спортсмены, автоспортсмены из РСКГ, это из Туринга, если я правильно помню, это Ефим Гатмахер, это Лобода, но Лобода там что-то, ну, близнец какой-то есть, я не знаю, кто из них едет, и, короче, Лобода был, и финалист GT Академии, призер, победитель GT Академии в 2012 году, вот тот самый чел, который с Азыркиным
ездил в Сильверстоун. Вот. Вот, но сразу про этого чувака скажу. Я не помню, как его зовут, но он такой стрёмный парень. Его позвали, ну, чисто потому, что, ну, какая-то там, типа, личность, да? Хотя все про него забыли. И он там, ну, не знаю, со стороны казалось, что он там вообще чисто так для галочки пришел. То есть он... Я не знаю, разбирал ли он судейские моменты от со стороны. Потому что его туда позвали в качестве симрейсера, да, а остальные все вот реальные пилоты судили по своим автоспортивным правилам. И там, кстати, вот есть большие нюансы с этим, потому что вот симрейсинги мы там вот по одним правилам привыкли бороться. Есть некоторые нюансы. Ну, короче, вот правила борьбы, как мне кажется, немного различаются с реальным автоспортом. И, собственно, поэтому судьи, которые вот выносили решение на мой протест на Иванова, который произошел в СПА, никого там виноватого не нашли, и Иванов, ну вот, я до сих пор уверен, что он был неправ. Он соскочил с поребрика, у меня врезался, если хотите... Можно где-то найти ссылку на трансляцию. Я, может быть, еще позже сделаю отдельное видео со своими эмоциями. Мы разберем гонки, самые яркие моменты, если я найду видеоконтент, потому что камеры у меня нет, я ничего сам лично не снимал. Но вы увидите этот моментик, и мне будет интересно послушать ваше мнение. Потому что я был точно уверен, что Иванова за это накажет, но нет. Так вот, я после гонки подхожу к этому чуваку, который финалист этой академии. Победитель, типа, блин, я, ну, а я на эмоциях, весь такой, типа, гонка, у меня адреналин прет, я такой, типа, блин, вы видели, типа, ну, я хочу разобраться с этой ситуацией, я, типа, протест подаю, вот, ну, я нормально сказал, без ничего, а этот чел мне в ответ, типа, да что ты, типа, медленно ехал, да смирись ты, ты все равно медленнее дальше ехала, Иванова, ты, типа, от этого ничего не потерял, ты, типа, как третьим стартал, так третьим и приехал, типа, смирись. Я охерел с этого просто. Я такой, в смысле, блин, алё, вы чё, пацаны, какой гоночный инцидент, он меня выбил, и я из-за этого позиции потерял, ну, а, типа, так делать нельзя вообще-то. Он на меня так сагрился с этого, типа, в смысле, типа, блин, спокойнее разговаривай, я тоже могу на такой тон перейти, хотя, ну, я, понятно, я не борзел, я просто на эмоциях был, когда ты уверен, то, что чувак виноват, а тебе говорят, что типа смирись, ты типа все равно медленнее был. Ну, там понятно, такая у вас реакция не будет покерфейсная из этого. Вот. И он такой, типа, успокойся, я тоже таким тоном могу говорить, типа, мы судим, мы тут решаем. Я вообще так понятно, все, типа, ладно, я там, ну, нарываться не стал уже, типа, просто плюнул на него, пошел, но потом все-таки подошел гантмахер, там, к организаторам еще. Потому что вот этого чувака я послушал сразу, стало понятно, что, типа, ну, с ним лучше дело не иметь вообще. Я к нормальным лучше судьям подойду и спрошу, типа, вы будете это разбирать? Если будете, то окей, я вот вашему мнению, типа, доверю. Ну, как вы решите, так и будет. Главное, чтобы вы рассмотрели этот инцидент. Если я там не прав, я не прав. Типа, ну, потому что, опять же, да, я вот только вылез из кокпита, и без реплея, без ничего я не видел всю картину ситуации. Они, окей, разберем, я окей. Вот. И, собственно, вот после гонки, да, к нам подходили всякие интервью, брали. Там было несколько телевизионных команд, был Автоплюс, были, ну, операторы от Porsche, были операторы от Race.ru, как я понял, были фотографы всякие, люди с диктофонами, там, с блокнотиком подходил, записывал. Сразу пошли, ну, обсуждать с победителями моменты, самые яркие гонки, вот, ну, это круто, вот, знаете, интервью раздавать круто, вот, я, кстати, взяли интервью с Автоплюса, ну, для Автоплюса, я не знаю, ну, я там много чего наговорил, понятно, то, что войдет не все, это будет очень жестко редактироваться, потому что все-таки на телек идет запись, и пока не уверен, но
Возможно, увидите меня в телеке, да, и если это будет, я в группе ВКонтакте у себя кину запись ютубовскую, ну, с моим интервью для Автоплюса. Так, сейчас я к комментам перейду. Хорошо, что вы редко пишете, спасибо. Они как мухи налетели, я говорить-то не умею. Да, да, там. Нормальное интервью раздавал Иванов. Я там вообще прям все так щеголял. В кепочку свою везде светил. Ну, так, чисто по фану. Вот. В общем, интервью раздавать, ну, понравилось. Вот, ну, были интервьюшники. Собственно, сам Беднорук тоже подходил, брал на все. А, да, еще что важно, вот это мне очень понравилось, то, что перед гонками был брифинг. То есть вышли организаторы, судьи, кто-то еще, рассказали, ну, всякие общие моменты. Вот, я там вопросов больше всех задал. Мне дали микрофон, я там... Типа, можно так, а можно сяк, типа, а как будет судиться, по каким правилам, а что, а как, а если. В общем, было реально, ну, мне просто надо знать все правила, всю картину вообще, по каким правилам играть, грубо говоря. И вот к этой теме мы еще вернемся, потому что тут к судьям, ну, точнее, не к судьям, а к организаторам есть, ну, не претензия, а такой момент, что... Очень много вещей, которые узнавались по ходу и которые что-то меняли. Ну, вот, например, по очкам, как очки будут приноситься в гранд-финал, не будут приноситься в гранд-финал, как, по какому принципу будем выигрывать в фанатеке, по какому принципу будем выигрывать сертификат от Porsche, с монитором было тоже непонятно. Там, и в общем, ну, с одной стороны, понятно, организаторы все это делают первый раз, они не до конца продумали все мелочи, перед стартом этапа. Понятно, что будут моменты, нюансы, проблемы, которые надо будет решать по ходу, да, и это все вообще понятно, и то, что это проходит все в первый раз, ну, проблем вообще никаких нет, да, но, как, все-таки, знаете, осадочек небольшой остался, того, что к нам, к самим пилотам, как мне показалось, уделяли слишком большое внимание. То есть организаторы думали не только о том, как пилотам, в каких условиях пилоты будут, да, по каким правилам, по какому регламенту, там, типа кто как их будет судить, там, что с очками будет, что с призами будет, да, но большую часть организаторы парились насчет там, привлечения каких-то там спонсоров, каких-то медиа, каких-то СМИ, там, чтобы все по техническим моментам все нормально работало. Там даже еда была, в общем, тоже респект, прям шашлычок, картошечка, серьезно, кола, вода, пей, бери, не хочу, вообще все супер с этим было. Они даже туда притащили машину, реальную Porsche 911, там стоял прям. Это вообще все было в торговом центре. В торговом центре была компьютерный клуб, да? Ну, не тот компьютерный клуб, который был там 90-х, в нулевых, а компьютерный клуб, и одновременно это была еще как киберарена. То есть там был сцена, были мониторы, трансляции и возможность для проведения, ну, план соревнований, турниров со зрителями и так далее. Вот, было очень много стульев по зрителям. Мне казалось, что зрителей было больше, но, наверное, сейчас я так думаю, потому что, ну, у меня в глубине души хотелось бы, чтобы все это, вот, весь этот праздник симрейсинга, чтобы это увидело как можно больше людей. Поэтому тем, кто вот нашего тут 50 человек, те, кто из Москвы, если вы не пришли, особенно если вы видели мое приглашение на этот гранд-финал, ребят, вот, серьезно. Пожалуйста, ну, не, как это, очень сильно вам рекомендую вот на следующие такие мероприятия приходить.
справедливости ради скажу, что по отзывам от зрителей в каких-то моментах было скучно, потому что интерес был только во время гонок, да? То есть только были гонки, все, вот зрители на гонки смотрят, гонки супер, классно, все супер, все хорошо. Когда гонок нет, между гонками были такие, ну, достаточно серьезные перерывы. Организаторы совсем не справлялись, да, и зрителям в эти моменты не было уделено никакого внимания, не было никаких там интерактивчиков, не было там общения со зрителями. Ну, вот просто, когда гонок не было, собственно, зрителей не было. Все сидели там, кто-то в телефоне копался, короче, им было скучно. Но, опять же, да, это все в первый раз в России устраивается именно российскими парнями, ну, русскими парнями, не считая GTA Академию. Так, комменты, я помню. Может популяризировать такие соревнования, будут фанаты, зрители будут чаще проводить подобные мероприятия. Абсолютно с тобой согласен, Вайп, мистер Вайп, если правильно прочел. Я вот тоже за то, чтобы... Я поэтому и выпустил ролик, типа, ребята, помогите, ну, организаторам. Но орги тоже как-то пытались интерес проявить у аудитории, но я бы по-другому сделал. Я бы больше именно к симрейсерам обращался, к симрейсерским комьюнити, чтобы привлечь не только людей, которым интересен автоспорт, потому что организаторы, они вот свои соревнования больше относят к автоспорту, чем к киберспорту, как мне показалось. Я бы также не забывал о аудитории, которая, вот, например, о вас, да, вот вы отличная аудитория для вот таких мероприятий. У нас же там 1000 подписчиков, ну, это же не все на канале, есть очень много людей, которые просто там смотрят того же Сончика, да, и вот зрителям симрейсинского комьюнити тоже можно было все объявить, пригласить, но опять же, может быть, организаторы это сделали, я не знаю, я просто не видел анонсов никаких, опять же, да, вот тоже парадокс. Я сам, ну, типа, гоняюсь, да, я... сказать, что я симрейсер, не сказать ничего. И я от организаторов видел анонс об этом соревновании только в группе и ВКонтакте, где всего там 400-500 человек, но это фигня. Вот. Я позвал вас, у меня на было где-то всего 250-300 просмотров. Из этих 300 человек, которые посмотрели мое приглашение, пришли человек 5, наверное. Вот. Кстати, вот, блин, я так рад, что люди пришли меня поддержать. Прям вот в комментах писали, типа, приду поболеть за Огородникова. Ребят, так приятно вообще. Блин. Спасибо. Еще раз здравствуйте, Марганчик, спасибо. Вот, и я, собственно... Полтора часа, я говорю, полтора часа стрим идет. Нормально. Мы же тут все распаковали. Нормально. Я еще не закончил. Вот. У меня водичка есть, я тут могу долго еще сидеть. Я просто с одной темы на другую прыгаю, очень много всего. Интересных моментов, которые хочется обсудить и рассказать. Ну вот, в общем, собственно, не все было сделано идеально, но это понятно, что это делалось впервые, да, и вообще, с учетом того, что это делалось впервые именно этими парнями, да, это круто. У них не было опыта, как у Sony, да, которые сначала начали эту деятельность в Европе, а потом со своим опытом пришли в Россию и сделали там GTA Academy. Нет,
Ребята, орги уже в Германии, вот такой формат соревнований проводится уже 3 года, и они просто смотрели на немцев и вот, ну, советовались с ними и делали типа так же тут. Но все равно, да, все равно для первого раза круто, что вот это все вот так вот было, как это получилось. Ну что, давайте что там дальше гонки вспоминать. Собственно, была вторая гонка на СПА во второй группе, там вообще без борьбы было. У нас группа смерти была, у нас столько вообще борьбы, мяса было. У них они просто друг за дружкой ехали и типа все, они пофиг. Комментарий еще пришли. Может быть. Так. Лучше бы я к Лёхе поехал руль забирать. Чё ты тут? Езжай. Да, кстати, Азыркин выиграл тоже Фанатек, а свой TSPC он продаст Роме. Я надеюсь, там с нормальной скидкой вы там договорились. Так что, пацаны, весь Black Spot, все, весь Black Spot перешел на топ-рули. Кроме Буневича, но этот чел в Мазде родился, ему типа пофигу. Вот, так что у нас теперь прям вообще хорошо. Да, и, собственно, по поводу блокспота, там командных зачетов не было, да, но мы с Лешей, с Азыркиным, с моим сокомандником, мы были единственные, кто зашел на оба подиума там и там, так что можно сказать, что блокспот порвал всех, ну, прям всех, хотя там не было других пилотов, которые, ну, вместе туда пришли. По ходу чемпионата, я так понял, скооперировались Антонов и Иванов, да, против нас с Азыркиным, поэтому у нас такая, ну, борьба по парам была. Я, кстати, очень надеюсь, что если это будет продолжаться, а организаторы собираются это продолжать и выводить это на более-более крутой уровень, то я надеюсь, что будут командные зачеты. Я прям, вот прям супер было бы, если бы были командные зачеты. Тогда бы Black Spot там вообще затащил, я уверен. Правда, Леша говорит, что он больше не будет участвовать в мероприятиях. Его можно понять, и вот еще раз вам говорю, что это была жуткая нервотрепка. Это просто жесть была. Мы с Лешей молились на 3 ноября, когда же это все кончится. Неважно, заберем призы, не заберем призы. Мы хотели просто спокойно сесть в iRacing и вот отправить всех на VRSRL. И Рома Попян даже соскучился, говорит, по нам, потому что мы перед гранд-финалом вообще пропали на 2 недели. Рома один катал без нас, но сейчас у нас вообще все хорошо, сейчас мы можем вернуться в iRacing и там уже на ORSRL, на фанатеках. Я надеюсь, кстати, мне надо будет переделать мой кокпит, потому что я посидел, я весь день гонял на тех установках, там очень удобно было в плане посадки, там было сделано, ну, по-человечески, не то, как у меня, потому что у меня вообще люто неправильная посадка. Руль слишком близко, я слишком сильно наклонен, педали тоже, я вот, ну, типа, вот так вот еду, хотя, ну, правильно, ну, нормально. Вот, поэтому сейчас буду ставить фанатек и надеюсь, что, ну, и попробую как-то переделать, я просто, ну, в его сторону смотрю, он за вашей спиной, грубо говоря. Вот. Надеюсь, сделаю себе правильную посадку. Купим, короче, веб-камеру нормальную, с нормальным качеством. Сделаю сзади себе зеленый фон, как он называется. Хромакей. И будет вообще все вот так вот. С фонотеком буду. Короче, как Сочи теперь буду. Да. Как горбатый едешь. Ну, да, если... Да я, в принципе, сутулый, на самом деле. Я там ходил, он знаком вопроса передвигался. Но это уже мои проблемы. Ладно. Действительно, надо меньше воды говорить. Вам, наверное, интересно про гранд-финал. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте. Я пока перейду к... Собственно, ко второй гонке.
Это вторая гонка была на Москву рисовать. Было три гонки у каждого. Вот. Гонка на Москву рисовать была лютая. Во-первых, я там сильно запорол квалификацию. Но я вообще так понял. Там, короче, квалификация начинается, там не как в рейсинге. Ты один на трассе, а там все на трассе. И вот мы там все питы из питов выезжаем одновременно, и получается жуткий, лютый трафик растягивается по трассе, и вот дальше пилот уже едут. Но понятно, то, что будут какие-то пересечения по трафику, понятно, то, что все друг другу будут мешать. Поэтому я, как на спа, я сделал, я просто, я, ну, сначала хотел выехать первым, да, чтобы, ну, но мне этого не получилось, и я на спа, я вообще просто остановился, и секунд где-то 30 где-то, или минуту ждал, пока все мимо меня проедут, и все еще далеко уедут вперед, вообще далеко. Я ради этого пожертвовал лишним кругом на квалификации, но зато все круги, которые я ехал, мне никто не мешал. То же самое было на Moscow Raceway. Но все равно трафик попался, я вот прям... Очень большая разница по пилотам была все-таки. Ехали только топ-5. Я, Галахов, Азыркин, Антонов, Иванов. Все. То есть еще там где-то полсекунды нам сливали Лотовщиков, Кафанов, Нейтман. Тигюль. Может, еще кто-то был. Короче, там группа топов, группа Б и группа вообще слоупоков. Если честно говоря, было выбрано 48 финалистов. Вот, давайте по цифрам, да? В онлайн-части приняло участие всего 100 человек. Топ-24 из онлайн-части пришло на финал. В офлайн-части приняло всего 500 человек участие. Прикиньте? То есть надо было приехать на какую-то гонку, на реальную гонку, там подойти к симуляторам и похотлапить, и занести свою позицию на, ну, в итоговую таблицу. Войти в топ-24 и приехать на финал. И получается 48 финалистов, лучше из там, топ из 600, грубо говоря, в России только. Но все равно, да, столько много людей катались, пробовали, но при этом было, по-моему, 36, что ли. 12 человек все равно не пришло. При том, что люди отписывались, те, которые из топ-24, описывались, что они не будут, и поэтому организаторы приглашали людей ниже по списку. И кто-то из них приехал, кто-то все равно не приехал. В общем, был недобор все равно. Вот. Мне кажется, 48 финалистов — это очень много. Но это, наверное, организаторы сделали для того, чтобы больше гонок было. Чтобы на весь день растянуть. Вообще, они хотели в 4 часа уложиться, но в итоге... Нет. В итоге мы оттуда получили призы, пофотографировались, там, интервью, комментарии, все дела, эмоции, понятно. И смотрим на время, бац, через 5 минут закрывается торговый центр. То есть мы там до 10 часов вечера пробовали. Планировали до где-то 6-7, а оказалось, мы там в 10 вечера вышли. Вот. Я бежал в гардероб, чтобы куртку свою забрать. Да, в 11 часу уехали. Ну, мы там потом стояли, болтали еще. Мы туда приехали, Black Spot, там все, кроме Макса Буневича, он просто в Украине живет, единственный из нас, а все остальные мы собрались там. И плюс еще был Гробовский в качестве зрителя и Галахов, вот мы потом еще где-то час стояли на парковке, трещали обо всем. Вот. Ну, потом разъехались, Галахов меня привез домой, помог мне, ну, подарки до дома тащить, ну, и тут мы еще посидели, потусили, и он ночью уехал. Вот, собственно, потом вторая гонка, наверное, другой был, я что-то... Начал уже рассказывать про квалификацию, но отвлекся. На квалификации я отквалился третьим, Иванов первым, Антонов второй. И там была у нас с Антоновым самая жесткая заруба из всех гонок.
вообще. Мне кажется, из всего чемпионата даже с онлайн-части. Потому что мы... Гонка была, по-моему, 20 минут. Да. Да. Или нет. Не помню. То ли 15, или 20 минут. Да, все-таки 20 минут гонка была. И мы все эти 20 минут, вот прям все эти 20 минут, мы не просто ехали друг за другом, а мы прям реально прям месились, рубились. Я в основном позади ехал. Но я, по сути, только позади ехал. Я и туда лез, и сюда лез, и перекрещивали друг друга, и он контратаковал меня. Мы так же вот зацепились, засобачились там, что у нас сзади начали вот, ну, догонять Кафанов и там остальные ребята. Вот, это как получилось, судя по тому, как, ну, с Антоном я потом пообщался, я сразу после старта, он вообще по квали меня обогнал, но опять же, да, я говорю, что не собрал квальный круг, нормально, мне трафик помешал, ну или нервы, возможно. Так бы я бы первым, я должен был на МРВ первым стартовать, вот пофигу. Надо, вот, мог первым. Вот, и по темпу все-таки я тоже был быстрее Антонова, но он продал впереди. МРВ очень необгонная трасса, прям вообще необгонная. Там, по сути, только одно обгонное место есть, это последний поворот. И то там надо успеть подъехать, додавить, перекрестить, обогнать. Там, короче, тоже очень непросто обогнать. Вот. Или если обгонять на МРВ, на Мотко Рейсвей, да, то это вынуждать на ошибку соперника. Потому что она очень сложная. Есть там слепой поворот с подъемом, там, с трамплинчиком. Там вот очень легко ногу потерять и можно, ну, короче, можно проатаковать. Будет на... Будет... Дмитрий О2 этот. Это Денисов Дмитрий? Я вас путаю. Как тебе монитор 21.9? Но... Удобно. Больше ничего не могу сказать. Там 144 Гц, ну, типа, плавная картинка, скорости, вряд ли, нет такого прям вау-эффекта. Ну, а так, он даже слишком широкий, потому что я еду от капота, и граница машины, то есть, ну, фары, да, которые я вижу, машины, они прям вот справа-слева находятся. Я их вижу, ну, не боковым зрением, но они, короче, вот где-то там, то есть, я их четко не вижу. И поначалу, когда я на Хокенхайме вкатывался, я часто задевал стенки, которым надо как можно ближе держаться для более широкого входа и более скоростного прохождения поворота, да, дома с этих проблем вообще не было никаких. На этих широких ультравайдах бывало так, что вот задевал, ну, и улетал там, нафиг разбивался. Но со временем там плюс-минус примерно в пространстве понял, как там машина едет, уже так ориентировался, то есть не смотрел на границы машины. Вот, да, еще сразу расскажу. Прикольные моменты были с операторами, фотографами. И там же все в онлайн-трансляции велось, правда. Она вроде как... Вот этот Дима должен... Вот, да. По поводу трансляции, это тоже комедия. Дмитрий О2 — это тот человек, который вручает с трансляциями. Потому что был мотив челлендж, его туда в форс-мажорных обстоятельствах позвали тоже вести трансляцию. Не уверен, он, может, точно тем же самым занимался или нет, но суть не в этом. Он узнал о том, что, типа, надо помочь, и приехал. То же самое было вчера, потому что в пятницу, когда мы ехали тренироваться, ко мне организатор подходит и говорит: блин, у нас, типа, там, минус стример, у тебя там есть знакомые? Я такой: да, конечно, есть один отличный вариант, который вот никогда не подойдет. Вот как раз Дима Денисов выручил. Спасибо тебе тоже огромное. Да, я постоянно запомнил. Вот, который, собственно, вел трансляцию. Но эта трансляция оборвалась по каким-то причинам. Вот, наверное, Дима сейчас и напишет вообще, есть ли запись вообще, чего там происходило. Потому что мы отъехали, вот первые гонки на спа две были, все, дальше онлайн-трансляции не было, насколько я понял. И это, блин, очень-очень-очень обидно, потому что
после финала и во время финала мне много людей писали. Кто-то из вас писал наверняка, что типа, блин, дайте ссылку, где ссылка, типа, хочу посмотреть, хочу поболеть. Но, извините, но ее, походу, вообще не было. Вот, так что очень жалко. Я там вам приветы передавал, а они не уходили в никуда. И вот, ну, по поводу трансляции, все это снимали операторы, камеры, и вот, блин, вот тот самый момент, когда про, вот я говорил сегодня, что об участниках самих, о спортсменах, не думают, то есть пофигу, в каких условиях они едут. Ну, не додумали многие моменты. Например, по форс-фидбэку особо не заморачивались, я помогал настраивать. Если бы не настроил, то там такой бы лютый форс-фидбэк был. Ребята, это, ну, там вообще, там был бы рандом, вот кто победил. Это был бы вопрос адаптации к этой пружине дебильной, это ужас был бы. Вот, и операторы тоже. Ты едешь, да? Ты там на квалификации собираешь крупы, тренируешься, да? Операторы вокруг бегают со вспышками, тебя фотографируют с видеокамеры, прям очень близко к лицу подносят объектив, свет, это все в глаза. Это такой жесть был. Я там с матами их прогонял от себя нахер. Потому что в гонке, вот в финальной гонке, прикиньте, в финальной гонке мы с Антоновым боремся за лидерство. Кто выиграет эту гонку, тот и получит, собственно, главный приз всего мероприятия. И вот я еду, да, ко мне, блядь, подходит оператор. Я напрямую выезжаю, я ему рукой, он смотрит в камеру, да, то есть, ну, по идее, меня видит. Я, ну, выхожу напрямую, вижу, типа, рукой ему махаю, уйди, пожалуйста. Он продолжает меня снимать, пялиться. Я сорвался, я как заорал на него, прям, вообще жесть. И это, он вот так вот, он на меня так поднимает глаза, такой, типа, такой бахает, такой, типа, и также фотограф, короче, тоже на квалификации на спа еду, ко мне очень близко фотоаппарат подносит, я не понимаю, он прыщи мои пытался разглядеть, настолько близко объектив поднес, я еду на квале, ну, вижу боковое зрение, кто-то, блин, у меня тут в ухо дышит, поворачиваюсь, у меня тут объектив, я такой, где нахер, блин, ну, с матами. Он, ну, типа, понял, ушел. А потом с тем же чуваком было очень забавно, когда перед самой финальной гонкой, вот, когда мы там сели и ждали, когда нас запустят на трассу, он ко мне подходит так осторожно. Такой, типа, так, я тебя только сейчас поснимаю, я во время гонки подходить не буду. Я такой, да-да, извините, то, что я, ну, ну, он такой, да-да-да, я понимаю, типа, окей, ладно, не стоило было этого делать. Я такой, типа, а давайте я вас, типа, попозирую. И у нас на экране, ну, гонки никакой нету, да, я такой, типа, руль взялся, такой, типа, еду с кем-то, борюсь, типа, напряжение в глазах. Такой, типа, он меня сбоку снимает, я такой, типа, камеру смотрю, подмигиваю, такой, обратно, такой, типа, о, классно, типа, а можешь еще раз сделать, так, наушники одеть? Я говорю, да, запросто, наушники одел, так, подмигнул, такой, да, что, типа, еду. Какая показуха была, так смешно. С этого очень порадовался. Вот, ну, в общем, это к тому, то, что вот они проводят мероприятия, да, и им главное, чтобы это со стороны все было классно, да, чтобы там можно было поснимать участников, чтобы там борьбу главное показать, там, комментаторов главное, чтобы все прокомментировал, да, а как это все изнутри выглядит со стороны нас, участников, об этом вот, ну, не совсем парились. Поэтому я и говорю, вот техническое состояние, потенциометров, например, там на многих рулях лагали. У нас, собственно, Попян и Рома Попян из этого финала не вышел, потому что он, ему попался симулятор, который, на котором потенциометр сдохший нахер. И если у вас сдохший потенциометр, его надо промывать спиртом, если кто не знает. А когда он сдохший, он лагает, и он сам нажимает, ну, сам подает сигналы на педаль. И вот у него тормоз сломался. Причем там две педали было. Там, ну, были логитековские педали. И там на тормоз был назначен и педаль сцепления, и педаль тормоза.
И, кстати, об этом тоже не предупредили заранее. Поэтому, я уверен, многие пилоты на старте могли стартовать газ в пол, а сцепы подыгрывать, да? А у вас на сцепе тормоз. Вы прикиньте, да, вот вам стартовать надо, а вы тормозите. Ну, это бред. И вот тоже, вот как раз вот эти моменты, которые участникам было не так много уделено внимания. Но опять же, да, возвращаемся к тому, что это все первый раз, это все прощается. Но момент сильно неприятный. И то же самое с этими операторами, которые бегают, и вообще никого там не волнует, то, что ты едешь, то, что ты потеешь, то, что ты волнуешься. Им главное, типа, контент сделать какой-то. А то, что он может тебе помешать, круг не собрать, или там то, что ты можешь на него отвлечься и машину разложить нахер, это вообще никого не волнует. И это критический момент. Я как вот, ну, пилот, который там участвовал, мне сильно не хватало, ну, не хватало, а ощущалось отсутствие внимания к нам. Вот. Поэтому там многие вопросы я старался тоже помочь решить. Там пытался брифинг нам, пилотам провести, типа, ребят, давайте там вот на старте аккуратненько ехать, там, давайте не толкаться, давайте, ну, вот, ну, вот, ну, типа, тоже участвовал в том, чтобы гонки проводились нормально. Так, одну секунду. Все. Сейчас. Все. Сделай вид, что тренируешься. О, да-да-да. Он, походу, просёк эту фишку, то, что можно не во время гонки подходить к участникам и снимать их напряженные лица, а во время практики и, ну, типа, сделай контент. Вот, и в итоге всем хорошо. Вот, я, кстати, посмотрел запись, когда меня там снимали. Ну, на себя со стороны посмотрел, когда еду, это же, я там губу кусаю, тихо еду. Спасибо. От души. Красавчик, спасибо. Вот. Давай, Феттель. Все. Вот, и борьба с Антоновым у нас была на... Так, я кепку сниму, она просто уже раздражать начинает. Черт. Да ладно, всем пофиг. Реально уже устал пиздеть, честно. Сложно, 2 часа без остановки говорить. И вот, ну, для меня все прошло идеально. Как бы и призы сорвал, и от Porsche призы выиграл, и Fanatec выиграл, да? Но вот есть вещи, которые я жалею. Это мне так не удалось сделать Антонова. И проблема даже не в том, чтобы именно его обогнать, хотя именно он был, ну, ближе всех из первой тройки моему темпу. Ну, можно сказать, главный мой вот соперник был. Вот. А хотелось, вот я, когда мы ехали на МРВ, я понимал то, что со стороны это вот все внимание на нас. Я это понимал. Я понимал то, что очень многие за меня болеют. Тот же самый Рома, там, ну, все некоторые подписчики, которые пришли поддержать. Я понимал, что вот я очень хотел подарить, ну, скорее не обогнать, да, просто там не только очки, там, не только больше очков получить, да, но и сделать какой-то результат своей борьбы. Все-таки вот довести вот эту борьбу до того идеального момента, ну, до идеального финала, который меня устраивает, да, чтобы потом, после того, как напряженной борьбы, чтобы после, типа, моего обгона, который не совершился, после финиша, я мог встать
и прям закричать, типа, да, блин, да, я его сделал, да, вот, 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 типа так, но этого всего не было. Я на все финиши приезжал в покерфейс, я такой, типа, блин, мне не получилось, мне не, блин, я мог, но нет, но нет. А вот если бы обогнал, я бы вот так вот был, вот так вот бы там, вышел бы на сцену, такой, вот. Жаль, что не испытал вот таких вот эмоций. Это жаль, да. Но зато я вот порадовался, когда меня на подиум позвали. Я такой прям скачу. Да, я там заорал вообще. Прям я самый бешеный там. Потому что со мной на подиуме были еще Азыкин, Иванов, Галахов тоже был на подиуме. И они все после гонки уже поняли, к ним это осознание пришло. Ну, постепенно они поняли, что, что они получили призы. А я понял это в последнюю секунду, потому что я не знал, что происходит по очкам после финальной гонки. И вот говорят, третье место, Егор Огородников. Я такой, да ладно, да не может быть, да вы шутите, вы что, серьезно, я выиграл Планетек, да ладно, ребят, я не верю. Я такой вышел, мне приносят эти коробки, фанатеки, я смотрю, фанатек, что, вот прям реально, ну вот прям настоящий фанатек. Я такой смотрю, я смеюсь просто, типа такой, ха-ха-ха, не может быть, серьезно. Смотрю, там фотографы, там типа папарацци, все дела, да. Типа, орги хлопают, все за меня рады, я вообще такой, да! Это было прям незабываемо, это, ребята, это так круто было, серьезно. Вау. Вот, и больше всего эмоций не от того, что я получил, а от того, как я это все получил. Потому что фанатекам я успею еще нарадоваться. Мне кажется, вот эмоции именно от фанатека, вот самые, те самые эмоции от фанатека у меня будут, когда я из питлейна буду на нем выезжать. Вот тогда я, да, тогда я пикайну. Не знаю, стоит ли делать стрим, типа, первые эмоции на фанатеке. Не, ну это вряд ли. Совсем бред. Или то же самое Порше, да, вот в итоге у меня 9 часов покатушек на Поршах по Москве Рейсвей. Я сейчас этого всего не понимаю, и буду счастлив, как дитя, как вот, когда именно сяду в кокпит, выйду из кокпита, из реального. Тогда, да, порадуюсь. А сейчас я рад, во-первых, тому, что мне есть что вам рассказать, что все-таки, ну как, все-таки чего-то я достою, да, что я стримлю не просто гоночки, не просто айрейсинг, да, а это реально, ну, я могу в скорость. И вот то, что у нас есть результаты, и то, что я сейчас вот вам, с вами делюсь впечатлениями, да, что все-таки уровень какой-то есть, вот это круто. И круто то, что вот эти интервью, вот эта атмосфера, вот этот подиум, вот это награждение, вот тоже круто. Это эмоции те, которые ты не забудешь. Вот, да. Спасибо, Insurgent. Ну, мог бы быть и краш. Я бы в любом случае контратаку пытался привести бы и начал, дай бомб тебя, так что обгонять тебе надо было до 10 минуты. Почему до 10 минуты не понял, но это вот пишет Кирилл Антонов, с которым мы в финальной гонке, собственно, рубились. И да, я хотел провести атаку именно под конец гонки, чтобы Кирилл не смог контратаковать. Потому что слава богу, что я ни от кого не оборонялся. Потому что как обороняться без зеркал, без Поттера, без Трекира? Вот, непонятно. Плюс это зеркало в рейсруме, оно менее информативное. Потому что
по зеркалу в iRacing'е ты четко можешь понимать, он в базе или нет, за тобой едет в базе или нет, даже без покера. Ты можешь понимать, там, можно хлопать калитку или нет, а тут нельзя. И тут я реально на ощупь ехал, кстати. Вот на спам, например, стартовали. Я смещаюсь, я такой, оп-оп-оп, типа нащупал, там типа кто-то есть, окей, все, едем. Вот. Да, как старт на Хокенхайме был. Это уже финальная гонка после МРВ. Антонов первый, на 0,2 меня обошел, кстати, молодец. Вот там я уже ехал чисто, я ехал по квали. Хорошее время. Ну, вот мне казалось, что я быстро еду, однако на практике я на секунду быстрее был. И где эта секунда лежала, я и понятия не имею. Может быть, там как-то в скольжении надо повороты проходить, но я не настолько был придрочен к этим установкам, чтобы вот настолько филигранно управлять машиной, чтобы контролировать все эти сносы и так далее, чтобы быстрее проехал. В практике так получилось, потому что в практике было больше времени. Хотя и тут у нас квала 15-минутная была. Я прям хотлапил, нахотлапил на второе место по квале. И Антонов вот был 2 или 3 десятки, короче, меня опередил. Ну, это серьезно. Это 2-3 десятки, это существенно. Я думал, что он уедет. Особенно, когда на Хокенхайме тот, кто впереди, он уезжает от всех, как правило, вообще очень далеко. Почему? Потому что левый ряд стартует как бы на прокатанной траектории, стартует быстрее, перед первым поворотом успевает поравняться с правым рядом. И я был как раз на втором месте, я был в правом ряду, а сзади за мной был Азыркин, он квалился на третье место, он был в левом ряду. И получается, я стартанул, и я не успел занять оптимальную траекторию, потому что туда уже успел приехать Азыркин. И мы вдвоем вошли в первый поворот, он был чуть скоростной, но кто знает Хокенхайм, кто знает. И все-таки мне удалось нормально одному пройти, но, как правило, на Хокенхайме, именно в рейс-руме, именно на этих паршах, второе-третье место приезжают прям в тувайде, прям в четком тувайде, этот первый скоростной поворот, из-за этого лидер прям уже он далеко впереди. Плюс они сохраняют свой тувайд после первого поворота, в борьбе проходит следующий правый, выход на прямую, и лидер уже там, ты в бинокль его ищи, уже далеко. Но сейчас мне все-таки, я вот прям там был жесток с Алексеем, я прям, мне за Антонова надо, я поехал, типа, давай. Я смотрю в зеркала, там он сразу Иванов начал атаковать, потом они вдвоем во второй поворот начали входить, там что-то у них там произошло, и, короче, бац, и Галахов уже третий за мной едет. Вот. Я за круг или за два приблизился к Антонову на дистанцию атаки, и все, больше его не отпускал. Ну, там был момент, там, 0,7 отрыв, но я, опять же, 0,7 очень быстро сократил. И также я ехал за ним, ехал, я знал, что на торможении в шпильке он тормозит прям, ну, супер рано, я не знаю, то ли там тормоз какой-то дебильный был, то ли еще что-то, ну, там, я столько там отыгрывал, ребята, я мог просто на торможении за ним поравняться и пройти, но я этого не сделал, мне не хватило смелости, потому что iRacing приучил меня ехать очень аккуратно, потому что, ну, ты когда едешь, ты, как бы, со стороны, я вышел, мне все Попян, Гробовский, ну ты лошара, ну ты типа, блин, ты просто победу отдал, ты вот так вот мог его пройти, просто вот так вот. И я сам это понимал, когда я не решался атаковать, но на торможении мне настолько сильно пришлось оттормаживаться, чтобы в него не впилиться. И вот на этом торможении я думаю, блин, а что же я не полез атаковать? Ну ладно, попробуем на следующем круге. Такой типа, не решай, типа, и снова я в него упираюсь. Жесть. И все-таки была одна атака, когда я, кстати, на первой половине трассы отыгрывал сильно. Это первый скоростной поворот, второй, третий, прямая, шпилька отыгрывал. Дальше скоростной правый. Одинаково ехали, потом левый одинаково. И вот уже потом Антонов от меня уезжал. Ну вот так вот у нас получилось, что он там как-то, ему вот эти повороты
которые там, ну, в третьем секторе все повороты ему как-то лучше давались. Вот, поэтому я вот за первый, второй, третий поворот, и к шпильке четвертый поворот я к нему приближался, да, атаковать боялся, и дальше он от меня снова отрывался. И вот так я к нему, к шпильке я все ближе, и дальше, ближе, дальше, ближе, дальше, и вот так. Получилось это вот второе место. И это вот как раз то, о чем я жутко жалею. Надо, в общем, мне, я так понял, надо... Антонов для себя выводы сделал, да, что надо, типа, выбивать соперника из темпа. Он мне, кстати, после МРВ сказал, типа, ты вот как начал меня атаковать, я сразу на обороне, я думал только о себе, я, ну, не смог войти в свой темп. А мне это догонять проще, я просто его вижу как жертву. И я вот просто жду, и тоже там была очень большая разница по темпу. Я жду, блин, где же его обогнать, где же его обогнать? Но мы там так собачились, и туда, и сюда, лес, и по внешке, и по внутри, и перекрещивали друг друга. И там еще и Кафанов подъехал, тоже начал суетиться. Но необгонная трасса МРВ, Кирилл молодец, держался, место оставлял. Ну, голова ж болит у меня. Место оставлял, все-таки не зассал, машину не потерял, но я на это очень надеялся. Но все-таки он, сука, второе место свое удержал. И точно так же он удержал свое первое место. Потому что там у нас вот именно атак, оборон не было. Но была одна атака, когда я уже вот последние 5 минут гонки, первый поворот Кирилл, ну прям видно было, что он нервничает. Прям пипец, я прям вижу и, знаете, и чуть ли не чувствую вибрации трясущихся его коленок. И, типа, запах его пота, ну, грубо говоря, вот, и он первый поворот ошибается, я прям нагоняю сильно, мы выходим напрямую, обычно у нас напрямой разрыв был 0,3, сейчас разрыв был всего 0,5, он полез обороняться, я по внешке в шпильке полез, вышли вдвоем, потом вдвоем проехали следующий правый поворот, следующий левый поворот, там, где я был внутри, на левом повороте, я думал, типа, ну тут-то я точно должен был выйти вперед, но нет, я оставил место и Кирилл на выходе. Но это стандартная ситуация, когда пилот внутри получает преимущество только на входе, а на выходе пилот уже снаружи имеет преимущество. Итак, мы Кирилл все-таки удержался в базе, и следующий правый поворот, он затяжной. Ну, у меня там вообще не было шансов, потому что даже если бы я там сохранил базу, то следующий все равно поворот правый. Там никак. Вот, но там знатно мы помесились. Колени не тряслись, но под ключом. Ну, да, да, я к этому говорил. Фух. Может, сейчас диск? Да, мы после этого стрима соберемся в Дискорде. Ссылка в описании. Давайте в Дискорд. Дискорд про мой канал. Дайте я проверю, он есть у меня. Сейчас это я, может, еще что-нибудь расскажу про именно Grand Final. Я хочу убедиться, у меня есть в описании ссылка на Дискорд. Сейчас. Дискорд для людей. Да, вот Дискорд моего канала. Вот в этом Дискорде после этого стрима соберемся. Еще раз потусим, побазарим, поговорим, обсудим. Антонова послушайте, может, какие-то вопросы задают. Короче, тусим в Дискорде. Вот. И вот. Короче, вот два раза Антонова мне не удалось пройти. Но первый раз понятно, это, ну, сложная трасса была для обгона. А вторая. Мог бы просто вот так вот мог. И первое место мое бы. Но у меня нету вот этого азарта в отыгрывании позиций. Потому что, ну, чуваки, я привык гоняться в айрейсинге. В айрейсинге ты едешь с теми, постоянно с разными людьми, и ты постоянно борешься за разные позиции. И там. Вот ты будешь атаковать человека, я лично атакую человека только если он действительно медленнее меня. Если он не медленнее меня, нахер надо? Нет, нахер его атаковать? Я лучше там вместо третьего, я лучше четвертым приеду, но зато я не заработаю инки, зато я не потеряю айрейтинг,
и там зато вообще не раскрашусь и так далее, зато хотя бы до финиша дойду. Я вот, вот так вот и как бы, вот так моя психика и работает, психология работает в гонках. И там я тоже, я в голове много моментов держал, я держал отрывы до Галахова, который сзади был, я планировал атаку в этой шпильке, я знал, я вот... Спасибо! Ну теперь в погоню за Грабовским. А, ну теперь в погоню за Грабовским. Ну да, да, ну конечно, что. Теперь-то Дэн-то у нас попляшет, да? Грабовский тоже едет на V2.5. Кстати говоря. Вот. Но это я шучу, то, что я с фанатеком теперь сразу там на полсекунды быстрее поеду. Это посмотрим. Но пожелания твои будут учтены, Фасти. Я надеюсь, что... Да. Спасибо большое. Грация рогация. Вот, и все это в голове держал, но как-то мой стиль пилотирования и стиль борьбы вот просто не позволил мне взять и проатаковать его. Я очень боялся обосраться, я очень боялся сделать какую-то аварию, я очень боялся запороть финал. Вот, ну, реально, я знал то, что на меня смотрят люди, что это, мы потом все это будем вспоминать. Не сказать то, что я... Не, я, да, я именно не рисковал. И вот этой смелости просто не хватило для первого места. Хотя я мог. Опять же, да, мы с Антоновым вот на этой же трассе, на этих же машинах, в этом же рейс-руме, мы как-то катались просто на сервере практики. И там я его дрючил в том повороте, ну, как нехер делать. Ну, потому что почему? Потому что это практика. Потому что можно делать все, что угодно. И, собственно, там я ничего не боялся, я там просто взял, обошел. Это тем более тупо было, что я не решился на этом гонке, потому что, по сути, я все это, ну, тренировал уже. Кстати, вот я это все уже реализовал, но вот не на гранд-финале. И я просто о том, что я там атаковал Антонова, я вот об этом забыл в гранд-финале, кстати. Мне это помогло. Короче, выводы сделал такие, что надо быть смелее. Надо учиться быть смелее. И важен же вот этот вот, ну, компромисс, золотая середина между ну, между рисками и профитом, который ты с этих рисков получишь. Ну, это, собственно, всегда так. Ну и все, затем награждение, подарки, призы, поздравления от организаторов, и в итоге у нас есть... Вот. Два таких замечательных трофея. Первый – это от Porsche, и к нему еще 6 часов курсов спортивной езды. И Fanatec. Я... Да, опять же, да, я бы вроде все то же самое. Хотя нет, Кирилл про какую-то школу говорил. Но ему 18 нет, может быть, и мне. Кстати, тоже интересно. Кстати, серьезно. Потому что я же второй, а Антонов школьник. Его так уже кинули на МРВ, когда он приехал на первое место, а сертификаты вместо того, чтобы ему включить, отдать, отдали мне, Галахову и Иванову. Посмотрим. Вот. Так что все, наверное... Наверное, все. Спасибо всем, кому было интересно. Надеюсь, я все рассказал. Будет еще отдельным роликом. Вы увидите именно контент, именно как это все было. Не только мой пиздеж,
Ну и... именно гонки. Так, ну, сейчас. Как чат открыть с телефона, Лёв? Да, если бот, значит реальная гонка, а не покатушки. Но правда, ты прав, потому что я даже на интервью говорил, что это настолько прям, это настолько жарко было, особенно на МРВ, что у меня даже типа дома таких гонок нет. Типа дома я либо не атакую, либо обгоняю. Опять же, да, все про мой стиль пилотирования. Я вообще не привык. Если ты не можешь пройти, я привык к тому, что если ты не можешь пройти, то ну хер с ним, типа, что от этого изменится. Но на ОРСРЛ, кстати, вот я точно, я буду смелости учиться на ОРСРЛ, потому что там реально идет борьба за очки. Там не просто там какой-то сейфти рейтинг или ай рейтинг, а там именно надо вот вырывать, отрывать очки. Так что вот посмотрим. Опять же, кто-то скажет то, что я дурак, да, что не реализовал свою победу, то, что должен был реализовывать, но кто-то скажет, что я уже 2 года гоняюсь, но я про себя скажу то, что я типа всего лишь 2 года гоняюсь, и какого-то опыта у меня еще не было. И какие-то выводы я продолжаю для себя делать, и продолжаю учиться и прогрессировать себя. И всем этим делюсь с вами на своем канале. Так что вот. Фух, я люто устал. Давайте сейчас соберемся в Дискорде, в голосовом канале. В Дискорде моего канала. Да? Пообщаемся с вами. Фух. Только всем сразу большая просьба, назначьте голос на кнопку именно, вот, чтобы голос у вас по кнопке был, чтобы не было фонов там и так далее. Все, кто будут звонить, буду кикать и чтобы вы нам не мешали. Фух, все, но мне тоже сейчас надо немного передохнуть, отойти от всего. Голова люто болит, вообще жесть. Я до сих пор под большим впечатлением. Спасибо всем тем, кто болел за меня. Надеюсь, вы посмотрите запись трансляции. На этом я с вами прощаюсь. Ну и, друзья, у нас есть фанатечек теперь. Вот такой вот красавчик. Мышка. Заглушить эту трансляцию. Все. Может быть, буду быстрее с ним, может быть, буду стабильнее. Может быть, буду смелее. Это мы узнаем на стримах. Так что не забывайте заглядывать ко мне на стримы. Я буду рад всех вас видеть. Поддержка, которую давали те несколько зрителей, которые пришли именно по моему объявлению. Кстати, центровка не такая уже. Что с ним? Все, сломался фанатек. Что с центровкой? Почему он так стоит? Это нормально. А, или... Так, все, я сейчас не буду ничего ломать. Когда будет стрим на фанатеке, я не знаю. Мне сначала надо будет перелопатить свой кокпит, установить фанатек, настроить его. Так что буду этим заниматься в ближайшие дни. Как только, так сразу, но сроков нет. Все, друзья, я доволен.
Надеюсь, и кто-то из вас за меня рад. Буду продолжать стараться радовать вас вот еще большим таким мероприятием. Я уверен, что эти подарки и вчерашний день — это не последний из подобных мероприятий. Так что не теряйтесь. Будьте на связи и заходите на стримы. Все, я с вами со всеми прощаюсь, друзья. А у нас еще музыка уже пропала, да? Черт, жаль. Плохо без музыки стримить. Все, всем спасибо. Всем счастливо. Через минут 15-20, я не знаю, подойду в Дискорд. Надо отдохнуть и передохнуть. И давайте соберемся сейчас в Дискорде, обсудим момент. Все. Всем пока.